Неудивительно, что Людмила Лернер очень часто появляется в наших новостях, ведь она занимается важным делом – защитой интересов рядовых жителей округа. Она не юрист, но в юридических вопросах чувствует себя как рыба в воде, ведь она руководит ассоциацией председателей многоквартирных домов округа. Председатель – это обычный житель, просто он неравнодушный и готов взять на себя ответственность. Да, это, безусловно, большая общественная нагрузка, необходимо прежде всего выстроить взаимоотношения с управляющей компанией, та, которая обслуживает дом, с органами местного самоуправления, с ресурсоснабжающими организациями. То есть это большой ежедневный труд. На днях завершился третий региональный конкурс «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области». В нем приняли участие 250 человек из 48 муниципалитетов. Представители Ленинского городского округа приехали оттуда не с пустыми руками. Среди победителей, номинантов, есть и наши председатели советов домов. Это три человека. Получили четвертую премию. Это значит Петрова Татьяна, она вот здесь на Радужном, председатель совета дома. Калмыков Иван, он на Завидное. И Мунасыпова Галия, она председатель совета дома в Купеленко 10. Ну, это отрадно, что у нас целых три победителя. Приглашение на подведение итогов конкурса для Людмилы стало сюрпризом. Оказалось, что ее тоже ждет награда. Благодарность губернатора за вклад в дело защиты интересов собственников многоквартирных домов. Это была приятная неожиданность, когда из всех руководителей 64 отделений, у нас чуть меньше 60 отделений, ассоциация представителей многоквартирных домов, в том числе я со своими коллегами, нас было 8 человек, были отмечены благодарностью губернатора. Это дорогого стоит. Но еще дороже для Людмилы Лернер благодарность жителей, которым она ежедневно оказывает помощь в самых разных вопросах и с которыми вместе пытается сделать окружающий мир лучше. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.